вы доносите, у нас сорт среднеазиатской группы сортов под названием Кызылтан. Значит, что можно сказать по первому плодоношению этого сорта? Ягоды у него темно-бордового цвета. Очень длинные, вытянутые ягоды, эллипсовидной формы. Даже некоторые из них цилиндроконические, с притупленным кончиком. Значит, очень крупные ягоды. Некоторые достигают массы 16 грамм и более. Цвет у него очень богатый, темно-розовый, почти пурпурный местами. Значит, такой вот темно-бордовый. Внешность очень выдающаяся, шикарно смотрится. Значит, такие ягоды. Значит, по сравнению с сортом Ризомат, у него явное преимущество. Значит, по внешности. Значит, раскраска у него одномерная, практически полностью все ягоды. Значит, срок созревания его больше ранне-средний. Висит он долго. Значит, мякоть у него нежная, средней консистенции. Сила роста большая. Побеги уже вызрели высоко, значит, по полметра высотой и более вызревания побегов. Значит, Кызылтан. Значит, проводим испытания первый сезон этого сорта. Значит, и видим его высокий потенциал. Значит, я так полагаю, что он у нас приживется, этот сорт, надолго, поскольку сейчас вот после дождей он не полопался. Значит, висит он хорошо, весовые качества у него очень высоки, и внешность у него очень товарная, очень красивая. Весовые качества гармоничны. Сейчас проведем его дегустацию. Сейчас я выполню разрез этой ягоды. Значит, что можно сказать после разреза? Мякоть у него, как видите, белая, толстый подстилающий слой под шкуркой, плотный, белый. Это говорит о том, что мякоть довольно плотная. Значит, по вкусовым качествам сейчас попробуем. Значит, это сладкий виноград. Гармоничность довольно высока. В шкурке какие-то фруктовые оттенки присутствуют. Значит, количество косточек. Ну, в каждой доле практически вот две косточки. Здесь одна вырожденная косточка. Ну, вот я вижу две косточки. На такую крупную ягоду. Значит, три косточки, третья вырожденная. Значит, очень вкусный виноград. Плотный. Я так полагаю, что он будет транспортабельный, долго висит. Во всех отношениях очень хорошо показал себя в этом году. Новый сорт в нашем питомнике, в нашей коллекции. Значит, среднеазиатский, под названием Кызылтан или Бычий глаз. Советую обратить внимание на этот сорт.